Ну, с планировкой все понятно. А что у нас по стилю, что у нас по цветам? Давайте посмотрим. Так. Нас вдохновили голубые глаза нашей хозяйки Веры. И она говорила о том, что очень много времени проводит в кухне, потому что ей не хватает какого-то своего личного пространства в квартире. Ну да, она любит по вечерам, когда все накормлены, посуда вымыта, да. Присесть здесь с книжечкой. Да, отдохнуть, может быть, посмотреть телевизор. И мы хотели сделать и какой-то, может быть, даже в большей степени для нее эту кухню. Даже не совсем, наверное, кухню, а чтобы здесь присутствовала атмосфера просто комнаты, где бы она смогла отдохнуть. Теперь на очереди покраска. Покрытия английские. Для потолка винил-мат оттенка сливочный крем. Для стен взяли другое, более износостойкое. Diamond Matte. Оно не боится интенсивного мытья и даже чистки. Тон называется серый лист. Отделка самого помещения тоже в целом спокойная. Самый яркий акцент здесь – вот это панно, райские птицы, цветущие ветви деревьев. Такая легкая восточная нотка в нашем классическом интерьере. Что касается материала, то это флизелиновое полотно, немного сжатое, с перламутровым отливом. При этом влагостойкое, можно протирать в случае необходимости, как, впрочем, и остальные поверхности. Часть из них покрашена прочной водоэмульсионной краской. Потолок и карнизы в еле уловимый кремовый оттенок, стены же в нежный серо-голубой. В тон им плитка на фартуке рабочей зоны. Она стеклянная и в зависимости от света, солнечно ли за окном или пасмурно, оттенок будет меняться. Ощущение прохлады возникает в том числе из-за выбранного цвета серо-голубого и стеклянной плитки, в которой отражаются все предметы. Мало того, что она придает холода этой комнате, она еще и расширяет немного пространства. И ухаживать за ней, конечно, очень просто. Красиво, торжественно и функционально. Да, мне кажется, мы попали в десятку. Очень хочется надеяться, мы очень старались.